Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Детол, и мы продолжаем играть в Совершенного Человека-паука. Да, ребята, всем привет, у нас Совершенный Человек-паук, всеми любимый, и мы продолжаем прокачивать нашего необычного нового паука. Да, мы на самом деле даже в самом первом выпуске используем вот этого паучка, которого мы в прошлый раз получили, и пытаемся его как-то проапгрейдить. Да, ребятки, пытаемся его тюнить. Поехали? Да, поехали. Надо было рекламку нам посмотреть. Да, но это за кадром. Ну, за кадром, да. Так, ну что же, супер счет дает плюс 25 бонус счета. Хорошо. Отлично. Нам нужно набрать 20 тысяч очков. Следи за очками. Да, будем следить за очками, ребята, чтобы, наверное, получить звезду какую-то, да? Ну да, по ходу дела. Мы почему-то не проходим на 3 звезды, даже на 2, на 1 звезду у нас получается пройти. Непонятно, с чем это связано. И как-то все это повышать. Ну, по всей видимости, из-за того, что у нас еще уровень такой небольшой. Так, вот это вот можно взять точно. Опа, через колечки пролетаем. Хорошо. Опа, хорошо, ребята. Кучу всего набрали. Надо привыкать, на самом деле, к управлению, потому Конечно, потому что это все не так, что... И легко, на самом деле. Раннер такой очень активный, очень много всего здесь мелькает. Отвлекает внимание, да, нужно всех вот этого, например, тоже надо было далеко сбить. Думаешь, но мы, да, не успели, но конечно. Не успели. Нужно... За все... А как? Как здесь нужно было прыгать? Надо было подпрыгнуть и наверх залететь. Обалдеть, я думал, можно внизу как-то... Да, ребята, каждый раз у нас... Что-то новое, да. Понимаете? Вот как бы... Мы проходим только первый уровень, пытаемся его на нем поднять. Кстати говоря, может быть, уже можем поиграть и в другой, и XP-шки нам больше будут давать. Думаешь? Конечно. Вот мы можем во втором поиграть. А в третьем? И в третьем, а в третьем уже рано. Давай во втором играть. Давай тогда во втором попробуем поиграть. Может быть, здесь действительно больше XP будет давать. Пропускаем и... Так. Ух ты ж, смотри, заставочки какие у нас хорошие, ребята. Да, это просто супер. 20 тысяч очков нам говорят. Да, цель. И если мы набрали, наверное, 10, у нас будет уже 2 звезды. Да чтоб тебя, ну как так, прям в самом начале бы как-то распечатали стену. Очень обидно, очень обидно. Да, ребята, все-таки раннер, надо не забывать об этом. Так, ладно, хорошо, ну ничего страшного, мы не расстраиваемся. Все равно запускаем старт. Получаем. И опа, тебе не хватает одной паучьей энергии. Вот так вот, у нас еще нам нужна энергия. И что мы вообще... Меняем паука и играем другим. Это у паука прям не хватает энергии? А вот не знаю, может быть, в игре. Так, ну давайте так попробуем. Что, старт? А, нет, ты смотри, какая интересная штука. Вот так вот, ребята. Не хватает нам энергии. А где она у нас хоть? А, вот вверху, видишь, вот здесь вот эти штучки у нас, оказывается, за ними нужно было следить. А мы как-то... Да, мы как-то уже очень мощно проиграли. То есть каждый запуск игры у нас тратится энергия. Вот оно что, геймлофт. Замучили нас. Да, то есть в игру не поиграешь прям постоянно. Ну что, на самом деле мы можем потратить либо кристаллы, либо же... Фу-фу-фу, я даже не знаю, что нам делать. Давайте потратим кристаллы в игру. Поехали. Давай возьмем этого. Попробуем первый левел на более бодром пауке. Старт и купить пополнение. Хорошо. Отлично, ребята. Играем дальше. Все, у нас 5 паучков. И пошли в бой. Да, надо не проигрывать, кстати говоря. Видите? Да, получается, что... Как здесь? 5 попыток и гуляй. И гуляй, отдыхай. Получается 7 минут одна. Чтобы пополнилось все, сколько потребуется, получается... Ну, там не 7, там, наверное, больше минут. Да, наверное, больше, чуть больше. Да, каждая следующая еще больше минут занимает. Так, опа, слушай, я чуть ли не впечатался, потому что я думал, что она может что-то... Ох. Надо аккуратней, потому что все-таки паучки у нас тратятся. Опа. Смотри, мы прям очень близко к нему. Но у нас... Мы, по-моему, получалось, да, догнать его. В этот раз мы даже его не догоняем как-то. Да, как-то мы его догоняли. Слушай, сейчас по стене будем бежать наверх, надо приготовиться. Да. Так. А, нужно... Там просто взрыв был, вот. А, вот, взрыв надо... В прошлый раз... Ох, ребята, как же здесь экшена много-то, ничего себе! Ребята, это просто... По стене, на самом деле, мне не так радует бегать, как просто вот, например, разносить противников. Да, ребятки, это, конечно, мощная игрушка. Ой, а здесь что? Опять нужно? Здесь просто падаешь.
Такого у нас еще не было, ребята. Ребят, мы еще не падали. Обалдеть. Офигеть, вот это круто. Слушайте, вот это круто. А как приземляться-то? Ну, наверняка же это Спайдермен, он приземлится. А, да, действительно, он сам приземлился. Хорошо, хоть приземлился сам. Так мягенько, да, далеко летели. Ребята, крутая игрушка. Каждый раз что-то новое, необычное. Каждый уровень прыгаем. В прошлый раз, кстати говоря, вот на этом моменте мы немножко запоролись, да? Ну, вот не тоже. Именно на этом, а просто... Ну, не, я имею в виду, такая же балка была. Так, вот это, получается, финальный у нас разбег уже. Да, и здесь мы... Надо лучше перепрыгивать все подряд. Так, он сейчас будет выбрасывать всякие штуки. Золотой гоблин, внимание! О, смотри, у нас появились внизу какие-то удары, как или ракетницы, это что такое? Подпрыгивай! Не-не-не, эти штучки можно забирать. О, и они летят в него, получается, да? Да. Так. Вон еще какая-то бочка у нас была. Так, и... Ух ты ж! Ох! Отлично! Ох! Думал, сейчас дверь... закроется что-то. Да, дверь почти закрылась, но это специально отвлекающий маневр наверняка. Опять мы стреляем в него, опять стреляем. У него хелсы сверху слева есть. Так. А как здесь нужно? Перепрыгивать надо было, нужно, наверное. Было сбоку перепрыгивать, а я думал, нужно его с него. Ну что такое? Обидно. Рекорд. Новый рекорд, и счет у нас очень мощный. Да. Далее. А как получить вот эти вот удар, кулачки, ракеты? А как получить бонус? Ага. Ну, купить, видишь как? Разрушительная комбо, супер счет. Понятно, это все покупается. Да, уж ладно, это окей. Смотри, 200 опыта, 14 уровень. Конечно, уже мощный паук у нас. Жалко, что мы тем не дошли. Мы давай им еще раз попробуем поиграть. Да, давай попробуем. Очень интересная игра, ребята, захватывающая. Если, конечно, не ограничение по этим, по паучкам, да, по. В нее можно было бы играть и играть. Бесконечно можно играть. И это... Ну хотя там можно купить VIP и, видимо, играть вообще бесконечно. Да. Это что тоже. Да, ребят, деле... если вам очень понравится, мы купим VIP и будем играть бесконечно. Каждый день. Каждый день будем играть, пока не пройдем ее всю, пока не получим все. Мне кажется, здесь можно бесконечно играть. Опа! Слушай, как далеко он залетел, да? Здесь всегда очень все интересно, если бы здесь обычные уровни были, опять стена вверх. Да, и мы щит возьмем, потому что на стене. Да, он на самом нас спасет. Деле, смотри, но здесь взрывов нет. Короткая, да, какая-то стена получилась. Так, ну это понятно, дружок, все с тобой ясно. И падаем вниз. Или нет? Ух ты ж, смотри! Ничего себе было! А, надо было не прыгать, может быть. Да, нужно, наверное, было не прыгать вниз, а просто было упасть. А куда делся? Мы обогнали его. Мы обогнали? Слушай, последний момент успел ударить, перепрыгнуть, да, потому что как-то было... 2х. Вот это хорошо. О, поезд! Ничего слушай, себе! Этого еще не было. Такого еще опять же не было, надо было прыгать как нам сверху. Я даже не знаю, как. Ай-яй-яй-яй. Может быть, нужно было справа по рельсам как-то опрыгнуть, не знаю, как это нужно было пройти. Слушай, а как получить эти кристаллики? Они тоже бесплатно не даются, да? Опять же, за деньги надо покупать. Да, по ходу дела здесь слушайте, все. Слушайте, ну, доната очень много, конечно, в игре, но игра прикольная. Да. Одна из немногих игр, где можно... И задонатить. Которая действительно радует. Вы знаете, вот мы в нее играем, каждый раз что-то новое. Да, куча приключений. Дает... И при этом мы всего лишь на первом уровне. Вы да, представляете? Ребята, да. Вы представляете, сколько здесь всего интересного? Хорошо. Ну, я думаю, скоро мы немножко привыкнем к игре и будем все гораздо быстрее это проходить. Да? Да, конечно. Сейчас мы пока учимся, ребята, поэтому играем в первый ловачок. Развиваемся, смотрим, что у нас могут паучки, что здесь вообще интересного может. Когда все фишечки изучим, будем проходить дальше. Ну и вы пишите опять же в комментариях, что лучше. Да, что нам лучше качать и как качать, и где взять на это средство вообще. Так. Опа, колечко. А что колечки дают, кстати говоря? Да, просто через них пролетаешь, очки получаешь, наверное. Да? Конечно. Ну вот какая-то комбо один загорелась. Может, можно ее было нажать как-то? Вот нет. Ну, нажимается. Я думаю, что комбо один это когда ты выполняешь какие-то определенные трюки. Так. Вот комбо один, сейчас комбо два будет, если бы попали на колечко. Сейчас комбо два будет, смотри. Опа, комбо два, комбо три. То есть все действия, которые ты выполняешь. Опа, как мы летим, то смотри. Смачно, офигеть. Да? Ребята, очень круто сделана игра, конечно. Опа, и еще комбочку одну схватили. Опять мы обогнали. Комбо 6. Мне кажется, мы обогнали нашего друга. Ох ты ж, на тебе. Вот ты... Что? Что это?
Это же первый уровень. Ах, как так? Да, вот он наш друг. Это уже другой какой-то. Да, уже другой. Слушай, походил их пять, да? Помнишь, их пять? Да, да, да. И каждого из них... Так, здесь надо сосредоточиться. Да, здесь действительно нужно сосредоточиться. Вот эти штучки не забывайте. Обязательно, это наше оружие против гоблина. Так, у него жизни, да, запас здоровья? Да, слева запас здоровья есть сверху, но не отвлекаемся на него. Ну, понятное дело, и мне вообще нет времени смотреть, потому что... Сосредоточенность на игре должна быть. На самом деле, в чем удобство вдвоем играть, потому что кто-то хоть может смотреть за здоровьем. За происходящим. Очень мало, есть, победили его. Давай, давай, бей, 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 бей. Ах ты ж, на тебе, дружище. Ох, ребята, первый раз у нас такая битва. Ах. И чуть ли мы не облажались, но при этом... Слушай, ну гоблинов при этом нету больше. И что нам делать? Бежим дальше, пока 20 тысяч не соберем, что ли? Ну, по ходу дела, да, на расслабончике теперь двигаемся дальше. Нам не нужно больше собирать атакующие штучки. Ну, что-то мы один раз куда-то попали, да? Да, так, смотри. Слушай, прыгаем прямо вниз совсем? Ну-ка. Или это... Окончание уровня. Не знаю. Ну, ох, корабль падает. Ничего себе. Слушайте, это... И бежим опять дальше. Обалдеть. Ничего себе. А когда-нибудь кончается вообще? Вверх. Я не знаю. Ох, ребята, жесть пошла совсем. Ах, кот, я хотел вправо-влево и ничего, понимаешь? Ни вправо, ни влево он не поворачивал. 16 тысяч набрали, практически... ну, две звезды. А, там уже 25 нужно, представляешь? Ну, две звезды нам дайте хоть. Нет, 20 тысяч это две звезды есть, следующие 25. Ох, ребята, ребят, вам жесть. Спасибо огромное за просмотр. Это было крутое видео, я считаю, заслуживаю. Но как минимум соточки лайков с вас и подписки на канал. И до новых встреч, новых видео. Да, ребятки, до скорых встреч. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал обязательно. И на второй наш тоже. Пока. Пока.